местах общего пользования, в подъездах. Я думаю, что это каждому нужно знать не только нам уже в возрасте, как себя вести дома. Потому что от малейших вот вещей, от той же свечки, которая упала, и шторочку там зажгла, страшные вещи, люди погибают. Ну, мы уже люди в возрасте, поэтому нам путеводители какие-то определенные уже нужны. Вот, потому что и стушуешься, и где-то уже нервы могут подвести, и все прочее. Самим эвакуироваться и ближайших... Основной контингент пожилые люди пенсионного возраста, которые уже не работают, им интересно. Я не знаю, основной контингент такой, молодежь почему-то не идет. Сегодня тема у нас занятия «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях». Мой вопрос – правила поведения при пожаре.